Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Топ Сад. А голубика Чандлер. Говорят, что она не растет в Подмосковье. Ха-ха-ха. Родом эта голубика из Северной Америки, но сорт адаптирован под климатические условия умеренного климата. Это многолетнее растение позднего срока созревания, высокорослое, от 1,5 метров до 2 метров, может быть. Мороза стойкость до минус 25 градусов. Вот кто-то писал, что в Подмосковье чандлер не может расти. Вот смотрите, растет, цветет, процветает и дает вот такой урожай. Вы видели вот такие вот, такие вот ягоды? Ну, 10 рублей, русских рублей. Я вот первый раз вижу. Ну, вы теперь уже видите второй раз. Кстати, вот видите, как появились зеленые побеги. Вот с зеленых побегов начинается клонирование. Об этом следующий репортаж. А пока мы сейчас говорим о чандлере, о голубике, которая, в принципе, каждый сорт голубики покупайте крупный, сладкий, вкусный. Не думайте и не покупайте неизвестные сорта. Берите те, у которых уже дали урожай. Еще раз повторяю, каждая голубика очень хорошо клонируется. Вот этот новый побег, зеленый, его можно разделить по 2 почки. Один в воду, а другой наружу. И у вас будет новый куст. И вы экономите кучу денег. Канал Топ Сад готов поделиться с вами последними технологиями в огороде и особенно в голубике. Голубика у нас становится все более и более популярна. И самое главное, что она доступна и очень дешево. Вот как опять крупняк. Опять большой. Ну, просто буквально обсыпная такой голубики. Честно говоря, можно только увидеть на голубике. Ой, на голубике. В магазине не купишь. Магазине. А давайте посмотрим с монеткой. Ну вот, как видите, 10 рублей, российские рубли. Но это не самое крупное, крупнее больше. А мы сейчас давайте померяем и взвесим. Пошли. Давай тут. Черт. Чандлер цветет в конце июня, и ягоды созревают в августе, в сентябре. Ну вот конец июня, видите, даже вот ягодки созрели. Ягоды созревают неравномерно. Масса где-то 2,5 грамма, но это мы сейчас проверим на весах. Вкус кисло-сладкий, ягоды сочные, с тонким ароматом. Достоинство голубики чандлер – это длительное плодоношение, высокая урожайность, морозоустойчивость, подходит даже для северного климата. Что ты говоришь? Крупная ягода, вкусная и сочная, обалденный. А теперь давайте красоты взвесим. Давайте взвесим ягоды и померим. Ну вот, срываем. Ну давай, давай, давай. Сорвали? Да. Так, пошли взвешивать. Ноль обмана и фунт веса. Смотрите, какая крупнее, чем 10 рублей. Диаметр 20-23 миллиметра. А какой вес? Подождите, какой вес? Сейчас. Итак, кладем, извешиваем. Сколько тут видно кому-то? Со да. Света уйдите, пожалуйста, сударыня. Ну, говорите, какой вес? Господа, вес 4,83 грамма. Почти и, 5 грамм. Да, и вот размер ягоды у нас был 23 миллиметра. 23 миллиметра. Вот такие дела у нас с вами в огороде и в саду. Голубику надо обязательно выращивать, и мы расскажем вам, как бесплатно, совершенно легко 100 кустов в вашем саду-огороде будет расти такая голубика. Следующее видео смотрите, пожалуйста, канал Топ Сад. Рад за ваши подписки. Голубика придачу.